Всем привет! В вашем доме завелись блохи, и вы не знаете, как с ними справиться, тогда обязательно посмотрите мой ролик до конца. Из него вы узнаете, какие промышленные химические вещества помогут избавиться от этой проблемы в самые короткие сроки. Достаточно много людей думают, что блохи в квартире могут завестись только если в ней живут домашние питомцы. Конечно, чаще всего именно они являются причиной появления этой проблемы. Но с таким же успехом вы можете принести эту букашку в дом с уличной грязи. Или попросту попадет к вам с подвала или с лестничной площадки. Блохи предпочитают селиться по всей площади жилья на высоте не более 1 метра. Самыми предпочтительными местами для насекомых являются ковер, палас, кровать, щели, мягкие игрушки, плинтуса, места обитания домашних питомцев, мебель, кухонная мойка. Знание того, что блохи способны заползти в самые укромные места вашего дома, даст вам возможность бороться с ними более эффективно. Не забывайте также, что время не на вашей стороне, поскольку блохи быстро размножаются. Поэтому, чем раньше вы обнаружите их и начнете бороться, тем больше вероятности получить желаемый результат без помощи профессионала. В общем, я считаю, что препарат Бутокс является одним из самых лучших препаратов, который зарекомендовал себе большим количеством отзывов людей, как лучше. Есть аналоги, это неоцидал, сейбацил, эктоцан. Ну, Бутокс, я считаю, он более справляется со своей задачей, как номер один препарат. Берем одну ампулу препарата, это 1 мл, смешиваем с 4 литрами воды. Для вас я советую ознакомиться более подробно с инструкцией Бутокса и соблюдайте прежде всего технику безопасности. После обработки помещения я проветриваю несколько часов, открывая окна, дверь, а повторную обработку провожу через 10 дней. В общем, я хочу показать на своем личном примере, как это все будет выглядеть. Одеваем перчатки, респиратор и приступаем к обработке помещения. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.